благодарны всем нашим избирателям за то, что они пришли в этот день на выборы, за то, что они доверили нам свои голоса и поддержали Юрия Бойко, поддержали нашу команду. Наш параллельный подсчет голосов показывает явку на 100% избирательных участков. Явка зафиксирована на уровне 62% 51 сотая. 62,51 – это та цифра, которая зафиксирована на 100% избирательных участков. И какое-либо отклонение от этой явки – это будет первый сигнал, первый признак фальсификации выборов. Поэтому мы обращаемся ко всем оппозиционным кандидатам, ко всем штабам четко контролировать явку. У власти сегодня один шанс изменить результаты волеизъявления – это менять явку избирателей. Явка зафиксирована на 100% избирательных участков – 62,51. Это маркерная цифра этих выборов. Я также хочу привести результаты по отдельным регионам, где сейчас мы получаем параллельные подсчеты голосов. Во-первых, Юрий Бойко лидирует в двух областях, Луганская и Донецкая. Он занимает первое место. По Донецкой области у Юрия Бойко 38,7%, у Зеленского 22,2%, у Порошенко 10,9%. По Луганской области у Бойко 42,5%, у Зеленского 25,07%, у Порошенко 5,33%. По Запорожской, Херсонская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Харьковская областях Юрий Бойко занимает второе место по итогу параллельного подсчета голосов. В Запорожской области у Зеленского 38%, у Бойко 20,2%, Тимошенко 8,5%. Обработано 20% избирательных участков. Харьковская область. Зеленский 34,8%, Бойко 27%, Порошенко 7%. Та тенденция, которую мы зафиксировали на 23.30, обработав, как я сказала, более 1 миллиона голосов избирателей, показывает, что есть значительная разница между экзит-полом и уже непосредственно протоколами, которые мы получаем с участков. Поэтому мы ожидаем, что реальный результат выборов будет отличаться от результатов экзит-пола. Как говорится, самая темная ночь перед рассветом. И сейчас мы входим в самое сложное и ответственное время избирательной кампании. Поэтому от имени штаба мы обращаемся ко всем членам избирательных участков. Действуйте по закону. Не поддавайтесь давлению. Сейчас от вас зависит результат и будущее нашей страны. И мы абсолютно уверены в том, что выборы и первый тур выборов покажет объективный результат по явке и по результатам голосования. Мы верим, что наш результат значительно будет улучшен, в отличие от тех экзит-полов, которые были озвучены по фактическому подсчету голосов. Мы будем бороться за каждый голос. Работает штаб, продолжается параллельный подсчет голосов. Каждый избирательный участок сегодня предоставляет нам уже фактический результат. Ну що ж, ми почули Наталію Королевську. Вона каже про результати підрахунку.